Мене звати Ангеліна Пуйчик, і разом зі мною Ростислав Мурзагулов, письменник-публіцист та громадський діяч. Ростислав, привітаю вас. Добрий день. На початку ефіру попрошу нашу аудиторію бути активними, підписуватися обов'язково, коментувати цю розмову і ставити нам лайки. Для нас це дуже важливо. ВСУ продолжают продвигаться в Курской области, расширять зону контроля в регионе. Об этом говорят аналитики Института изучения войны. Тем временем, 12 августа, Путин собрал совещание и потребовал, чтобы из Курской области выдавили противника. Ну и также в каком-то смысле сорвался на главе Курской области, когда тот говорил о глубине прорыва ВСУ. Судя по всему, это, наверное, прозвучало очень болезненно для Путина. Вот, Ростислав, как бы вы описали поведение Путина в последние несколько дней? Есть ли у главы Кремля, в его команды какой-то план, или они до сих пор растеряны? Ну, вообще, из моих там источников есть информация о том, что Путин, или как они его там называют, начальник, он в ужасном настроении постоянно, что он постоянно в каких-то истериках, что он срывается на всех подряд. И, в общем-то, вот то, что случилось с главой, губернатором Курской области, это совершенно обычное для него явление в последнее время. То есть он действительно в растерянности, он зол, он не понимает, что делать. И поэтому... Собственно говоря, там, правда, две было причины у этой истерики с губернатором Курской области, поскольку кроме обычной вот этой вот истеричности его в последнее время, там еще и была причина в том, что они договорились с Минобороны врать о других цифрах. А тут губернатор, в общем-то, видимо, его не предупредили, что не надо про это рассказывать. Он начал говорить о цифрах, которые не согласованы были. То есть вот эта вот глубина проникновения, это, в общем-то, была такая тайна, как бы, и, соответственно, они хотели не сообщать, они хотели из этого всего изобразить, то есть даже время, одно время был такой темник у вот этих вот прокремлевских военкоров, так называемых. Я внимательно слежу за ними, чтобы видеть, какие им как раз дают разнарядки, чтобы понимать, что они считают для себя важным, опасным. И, соответственно, у них одно время, как по команде, как обычно это бывает, вышли такие очень похожие друг на друга тексты о том, что, о, Господи, захватили-то там 4 деревни, и вот сейчас из этого делают там что-то мощное. А тут губернатор проговорился о том, что это не 4 деревни, что это огромная территория. Что потом там дальше начали проговариваться губернаторы, что у них сотни тысяч есть беженцев, которых совершенно некуда девать. А они об этом вынуждены говорить, потому что эти сотни тысяч, представляете себе, сотни тысяч беженцев придет под окна губернатору. Да, она его с вилами оттуда выкинет, и там сменится власть и без ВСУ, понимаете? Поэтому все плохо, куда ни кинь всюду клин, везде швах, люди бегут, все недовольны. Армия Путина сегодня в Курске – это лоскутное одеяло из разных подразделений, разных ведомств, которые друг друга все ненавидят. И ему уже приходится туда Дюмина своего бывшего, значит, это самое, оруженосца отправлять, чтобы он там всем этим руководил. И вот это вот все будет еще хуже, поскольку Дюмина они не воспринимают как руководителя, потому что Дюмина, вот совсем недавно я встретил одного знакомого, он видел, как он Путину ботинки переодевал на горнолыжном курорте. Понимаете? Вот он для этого, он ботинки переодеть. Какой он к черту военачальник. И вот поэтому, собственно, Путин и в плохом настроении, поэтому у Путина все вот так. Ну, а если вам хочется развить одну из тем, я так вижу по вам, что у вас возникли какие-то вопросы, пока я отвечал, то давайте это сделаем. Я в шоке. В смысле, Дюмин помогал Путину развиваться или как? Да, да, понимаешь, ну это на самом деле вот у охранников часто бывает такая незавидная задача, да, там кто-то за пивом бегает, кто-то за беляшами, как мои охранники одно время, когда я ходил, пришлось, там были угрозы определенные, значит, во время одной из компаний, вот, ну я их использовал в основном для вот таких вот дел, вот, а часто они там подают зонты, там, ну вот Путин, дедушка старый, а покататься на лыжах хочется, а на ботинки горнолыжные надеть, ну, может только достаточно спортивный человек сам. А, соответственно, Путин сам, очевидно, уже не мог. Ну, или не хотел. Вот Дюмин ему ботинки снимал и надевал. То есть снимал гражданские поэтому ботинки. Поэтому он его забрал с Тульской области к себе, чтобы он продолжал быть рядом где-то, да, помогать? Ну, это такой дружка, понимаете? Ну, вот тот человек, которому можно доверить переобуть себя, понимаете? Потому что, ну, вот такой вот человек. И человек, который готов быть чем человеком, который переобувает. Вот, ну, такая вот, понимаете, сейчас у нас страна, да, тот, кто отлично умеет ботиночки переобуть, вот, тот и, значит, руководит всем, включая вот тяжелейшее, важнейшее направление, вот Курский, новый для Путина фронт.
Вот 2 дня назад Путин поехал открывать форум, военно-технический форум, в то время, когда жители Курской области столкнулись с огромными проблемами эвакуации. Почему Путин это делает? Он просто думает, что таким образом он, как они сами там говорят, сбивает прицел, меняет повестки. Вот так вот они считают, что они делают. Но в какой-то, в общем-то, мере это удавалось довольно долго, потому что они действительно, ну, там, собственно, много даже шутили сами путинские там юмористы, допущенные, да, вот к Первому каналу, там, на КВН, например. Путин, 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 и там еще 600 раз Путин. Потом в конце умерла канал Куала. Это были новости Первого канала. Вот, собственно, понимаете, они же забивали им всю повестку, да, и у людей возникало ощущение, что да, вот он такой незаменимый, такой важный, он все время что-то такое делает. Сейчас это работает все хуже и хуже, потому что все-таки люди хотят знать уже какие-то другие новости. Почему заблокировали YouTube в России? Потому что они понимали, что это очень тяжелая для них на самом деле штука. То есть если они заблокируют YouTube, YouTube в России это на 80-70% это развлекательный контент. И это, понимаете, 100 миллионам человек нечего сегодня делать. Потому что они включали для своих детей YouTube с мультиками хорошими, качественно сделанными. А для себя они ставили там про рыбалку, там про что-то. И, соответственно, тоже получали удовольствие. Ну, вот, собственно говоря, как бы такие простенькие как бы удовольствия, они, в общем-то, для россиянина, ну, как, наверное, жителей многих других стран, это вполне себе распространенное явление. Телевизор эту функцию уже полностью не выполняет. Потому что по телевизору, что сейчас тебе показывают, то ты смотришь. А YouTube это ты сам выбираешь, что тебе смотреть. И поэтому они все-таки этот выстрел в ногу себе сделали, потому что очень росло ведь количество людей, которые нас всех смотрели, вот все, всех, кто говорит правду о войне, значит, об Украине, о Путине, о том, какие там это шарики с помойки всем управляют, какие вороватые они, какие некомпетентные. И, соответственно, когда они начали думать, что уже слишком людей стало смотреть, потому что они знают настоящую статистику, несмотря на все их бот-атаки, несмотря на то, что Google, YouTube, надо честно признать, время от времени подыгрывал этим Путиным всем, потому что, ну, начинается какая-то нелепая там бот-атака на нас, например, что вот мы пропагандируем Пригожина, и раз нам прилетает бан, да, и все прошлое лето у нас не работал толком канал. Ну, и, соответственно, как бы, да, написано, что мы поддерживаем террористов. Вот, и, как бы, несмотря на все эти вещи, сейчас они его сами блокируют, потому что растет недовольство людей, потому что люди хотят получать новую информацию. А самое интересное, что вот с этой блокировкой они получать ее будут еще больше, потому что вот раньше VPN-ом владело там от 5 до 15% россиян, которые нуждались в этих вот новостях, да, в объективных. От 5 до 15, это 5, например, летом, когда более-менее тихо и все хотят в отпуск. И 15 – это в момент каких-то острых политических кризисов, например, гибель Навального, да? И, соответственно, они находили в себе умение поставить VPN и смотреть, и безопасным быть. Соответственно, в безопасности быть. Вот сейчас это количество, вот можно, не знаю, поспорить насколько угодно, что это количество вырастет, потому что люди понимают, что если сейчас власть что-то скрывает, власть что-то врет, значит, происходит что-то важное и потенциально для них опасное. И, соответственно, поэтому это действие абсолютно бессмысленное, то, что они сейчас блокируют YouTube и пытаются выключить WhatsApp, сигнал. Люди обойдут все эти ограничения и станут более политизированными. Ну и очень хорошо, что действует власть так плохо. Это значит, что, в общем-то, дни этой власти сочтены. Почему Путин отдал контроль над Курской областью именно спецслужбам, а не военным? Сейчас Герасимова пытаются сделать крайнего? Герасимов, в общем-то, крайний довольно давно. Понятно всем, что они с Шойгу были тандемом, и что он оставался только потому, что нельзя было одновременно убрать двоих людей, которые максимально много знали о том, что происходит на линии фронта. Соответственно, и более того, Герасимова точно так же, как и Шойгу, нельзя убрать в никуда, потому что если он когда-то заговорит, то расскажет он очень много. И это много будет очень тяжелым ударом для Путина. Соответственно, Герасимову надо присмотреть теплое местечко, а-ля там губернатором чего-нибудь, или там, ну, в Совете Безопасности, по-моему, закончились вакансии, туда сослали всех дармоедов, там и Медведева, и Шойгу сегодня. Поэтому, наверное, туда же Герасима отправить уже будет тяжеловато, поэтому ему будут искать какую-то другую синекуру. Соответственно, Герасимов сегодня – это сбитый летчик, это хромая утка. Мы с вами, по-моему, в эфире это обсуждали, что он будет там находиться до поры до времени, а потом его тихонечко заменят на кого-то другого. Этот кто-то все-таки сегодня, ну, по крайней мере, не де юре, а де факто, это на самом деле Алексей Дюмин, который туда, по некоторым сведениям, уже поехал.
И вот он там как бы от имени Путина должен будет всем руководить вручную. Это очень хорошо для тех, кто желает поражения Путина. Потому что Дюмин – это человек, который, еще раз, это сменщик сапог, это такой денщик. И он сейчас приедет и будет там командовать теми людьми, которые считают себя боевыми генералами, героями фронтов там, и так далее. Это будет очень смешно выглядеть. Они, естественно, будут его подставлять, они, естественно, будут всячески его предложения торпедировать. И будут показывать его некомпетентность Путину, но пытаться, у них будет получаться это сделать, потому что уж в чем, а в умении подставить российских генералов, в общем, в неумении подставить заподозрить нельзя. Это как бы главная их работа, подставы, интриги и так тому подобное. Соответственно, этого Дюмина ждет на этом пути швах. Полного доверия ФСБшникам нету тоже, потому что на самом деле ФСБ, погранслужба ФСБ та самая просвистела как раз все это дело. То есть там сквозь них прошли украинские войска как нож сквозь масло, и вы это знаете. Также нет доверия к тем, кто строил вот эти фортификации, оборонительные рубежи, так называемые российские, потому что если вы посмотрите по документам, там на миллиард миллионов построили страшные непроходимые противотанковые рвы, ежи и так далее. Например, есть картинка в интернете, когда не то что танк, а грузовик с танком на значит, себе, чтобы быстрее ехать, так это используется. Значит, соответственно, грузовик преодолевает эти рвы. Это же, извините, что перебила, это правильно я понимаю, что прошлый еще губернатор Курской области, которого сняли, перевели, который стал министром транспорта в России, он же начал строить, да, вот эти укрепления? Да, и это он. Укрепления, так называемые, пошел на повышение. Да, я просто помню прямо и вот эти победные доклады, когда он так рассказывал, как он героически миллиард миллионов освоил, как он прям классно там какие-то построил там эти самые укрепления. И я потом смотрю на эту картинку. Ну, там такая ямка, знаете, ну, такую ямку я бы выкопал за 2 часа, наверное. Но, слушайте, просто, ну, понятно, что там не то, что на танке, там на джипе ее проехать может. Ну, наворовали они хорошо, я так понимаю, да, наворовали и пошли дальше. Да, денежки лежат в Дубае, ждут, когда их отовсюду повыгоняют, и они там будут пользоваться всеми благами, ходить там с важным видом, как остальные россияне. Скажите, а вот Дюмина, да, и вот если о нем говорить, его могут переназначить на какую-то другую должность в связи с этой ситуацией? Или, в принципе, он может и так быть, как советник? Ну, Дюмин пока побудет вот этим секретарем Совета Безопасности-советником Путина, потому что Путин уже и не знает, на какую должность еще Дюмина этого назначить. Ну, только вместо себя, может быть, уже, потому что, да, у него очень мало людей есть, которым он по-прежнему может доверять, и он понимает, что везде все очень плохо. Он же не понимает только одного, что в этом всем виноват, во-первых, он сам, поскольку это он принял изначально идиотские решения, которые позволил исполнять идиотским и некомпетентным, да еще и вороватым людям. Соответственно, вот, в общем-то, поэтому повсюду швах, поэтому повсюду клин. Вот. Ну, соответственно, как бы, да, пока еще есть Дюмин, он его когда-то куда-то назначит еще. А я думаю, что это еще случится, наверное, примерно к тому моменту, когда Путин начнет понимать, что все-таки он должен, ну, если не уходить на второй план, то поменьше работать и побольше дать другому какому-то человеку, то этот Дюмин может быть как раз премьер-министром, я думаю. Потому что Путин прекрасно понимает, что если вдруг с ним что-то случится, то как раз этот премьер-министр и будет, собственно, его сменщиком. И поэтому там может быть только человек, которому он доверяет. А такой человек, по сути, сегодня, наверное, это один, вот этот вот Дюмин. Потому что вот так вот получилось, что у всех остальных были какие-то залеты, косяки. Вот эти вот семьи, с которыми Путин так много лет вместе, это Ковальчуки, Ротенберги, да, они, конечно, дали Бориса Ковальчука, но все-таки так близко он его не знает. Вот он сейчас его пытается разглядеть, его поставив на счетную палату и объявив всей стране о том, что они на прямой связи. Это для российского истеблишмента очень важно. Если кто-то в прямом контакте с царем, как они его называют, ну или начальником, как его называют в АП, это, соответственно, это огромное преимущество перед всеми остальными, поскольку этот вот прямой доступ есть, ну, там у десятка человек на самом деле. Путин же живет абсолютно отрезанным от всех источников информации, включая вот людей. Он общается с очень ограниченным количеством, которые заходят к нему порешать вопросики, дают ему бумажечку формата А4, и все знают, что больше одной страницы он не читает. Не любит, не умеет, очень мало информации обрабатывает его достаточно скудоумный мозг. И, соответственно, вот это все настраивает на мысль,
что да, Дюмин на выданье, но я думаю, что он пока его попридержит. Скажите, как вообще сам Путин? Он чувствует, что он ослабевает, что он теряет власть в связи с этим или нет? То есть сейчас, на данный момент, пока и военных, и спецслужбы, и, возможно, там говорить о олигархов, их всех устраивает пока что Путин? Или вот эта вот ситуация в Курской области, она может все поменять, и там уже задумаются о сменщике и над путями, как это можно сделать? Да, там, безусловно, задумываются. Смотрите, путинские элиты сегодня делятся на два вида. Да? Первые – это те, кто еще пока строит вот эти противотанковые рвы, ну, строят, видимо, каким-то детским экскаваторчиком, да, как мы с вами выяснили, а при этом воруют все эти миллиарды и вывозят их на свои там счета в своих Дубаях. А вот эта часть, она вроде как всем довольна. Да, они понимают, что происходит какой-то трэш, но они понимают, что да, это я вообще тут ни при чем. Когда все это закончится, я соберу вещички и уеду в Дубай там проживать на наворованное. Значит, и получать удовольствие от жизни. А есть вторая часть элит, у которых шло все неплохо до войны, которые считали себя вершителями судеб, у которых есть свои серьезные контакты. И более того, это не только контакты. Как правило, у каждого большого олигарха есть пара своих министров. А есть много людей, которые распиханы в разные ведомства, в том числе в силовые часто, для того, чтобы иметь информацию, для того, чтобы понимать, что происходит, для того, чтобы знать настоящий график Путина, а не тот, который публикуется. А более того, в той самой путинской ФСО у каждого олигарха есть свои люди, потому что для того, чтобы понимать, что происходит, они должны понимать перемещение Путина, его активности, поэтому они должны за этим посматривать, и поэтому все ФСОшники, в общем-то, они где-то как бы сидят на подсосе у какого-нибудь богатого человека. Но, может быть, не все, но процентов 90, я думаю, что примерно так. Ну, потому что на зарплату они никто там жить не хотят, не готовы и не живут. Соответственно, вот есть, например, заявление Дерипаски, которое он сделал вот буквально пару дней назад. О том, что война ужасная, ее нужно немедленно останавливать, и что это вообще было неправильное решение. А почему Дерипаска вдруг об этом заговорил? Его бизнес точно так же уязвим от государства, зависим, как и бизнес любого другого российского олигарха. Это говорит о том, что все, уже вот уже здесь вот это вот все у них, и, соответственно, они больше это терпеть не могут. Теперь восстанавливаем дальше, что там может происходить за кулисами. Во-первых, этот Дерипаска, безусловно, это все стал бы говорить только в том случае, если бы он понимал, что он не один. Когда он это понимает, да, то есть тогда он понимает, что ну, всех не пересажаете, условно говоря, да. То есть, соответственно, мы имеем ситуацию, когда есть много вот этих влиятельных людей, у которых есть свои министры, свои ФСОшники, свои стукачи везде, свои информаторы внутри путинских элит, вот этих формальных, да. Потому что неформальная элита, это понятно, это богатые люди, формальная элита – это вот эти чиновнички. Соответственно, там вот эти вот олигархи Иванов, Петров, Сидоров, которые недовольны, которые теряют свое состояние, которое, как они считают, честным трудом они заработали. Значит, они вот сегодня, зная график передвижения Путина, зная все его интересы, зная, чем он занимается, где бывает, они, конечно, могут его устранить, просто устранить. И это вопрос лишь времени, это вопрос лишь выбора способа. То есть, когда, условно говоря, возникнет какая-нибудь ситуация, когда они будут знать, что, условно, там Путин поедет по такой-то дороге, на таком-то транспорте, и, соответственно, они будут знать, что фугас такой-то мощности может эту проблему решить. Ну, соответственно, как бы, да, вот как-то так вот они его и снимут. Проще еще сделать это, когда он в воздухе находится. И все это, безусловно, будет представлено как какая-нибудь там случайная цепь событий, какая-нибудь автокатастрофа, авиакатастрофа, происшествие. Ну, и, собственно говоря, это то, как его могут устранить элиты. Я уверен в том, что это может произойти раньше, чем любой социальный взрыв в России, поскольку социальный взрыв – это долго раскачиваемая история, эта история очень стихийная, это планировать очень тяжело, а из ПЗРКшки шмякнуть по вертолету легкому, да, с человечком с одним – это гораздо легче. И, собственно говоря, если вы посмотрите на гибели вот таких вот стран третьего мира, которые, к сожалению, сегодня полностью относятся к России, то там десятки людей есть, которые вот так вот упали в самолете, и каждый раз, почти каждый раз все говорили, что это случайно. Но когда, в общем-то, там десятки случайностей происходят с руководителями стран третьего мира, то понятно, что это не случайность, это тенденция, это тренд. И все это потому, что когда человек уничтожил политику, уничтожил возможность с собой разговаривать, соответственно, его просто убивают. Ну, кстати, путинский борт уже летает в сопровождении истребителей не только за границей, но уже и на территории Российской Федерации. Помните, была об этом? Да, потому что то, что сейчас я вам рассказываю, это понимает, к сожалению, кто-то из путинского близкого окружения.
Ростислав, по поводу социального бунта, ну посмотрите, что происходит. Бардак, паника, люди жалуются, что не организовали эвакуацию, просто бросили. Сейчас также появляется информация про то, что срочников берут в плен, о том, что 18-летние пацаны там бросили их туда, они без связи, без ничего, без какого-то боевого опыта попали в плен. Ну неужели это тоже, скажем так, пройдет, да, то есть не будет никаких вопросов именно к Путину. Сейчас вот это может вылиться в какую-то проблему для главы Кремля или нет? Знаете, этого недостаточно, поскольку вот те люди, которые находятся на войне, в том числе срочники, это такая отдельная Россия. Это те люди, которые не смогли отмазаться, и те люди, которые за деньги готовы вот рисковать своей жизнью, жизнью своих близких, и готовы еще и убивать за эти деньги. То есть это все-таки достаточно малая часть, и это та часть, которая, ну, остальной частью не воспринимается как, знаете, свои, как те, которых жалко. Вот это как бы какие-то деревенские маргиналы, деревенские дурачки, неудачники. И это, в общем-то, да, вот эта банда неудачников, она, до нее нет никому дела особо в России. Вот даже вы сейчас посмеетесь, наверное, и, может быть, не поверите, когда я вам скажу, что блокировка Ютуба сильнее ударит по путинской власти, чем война. Поскольку вот в войне участвуют в районе там 500 тысяч-миллиона человек. И это все либо маргиналы, либо те, кто сами выбрали себе когда-то путь профессиональных военных. Это отдельно от всей остальной страны. Вся остальная страна живет более-менее. Колбаса есть, пельмени есть, водка есть. Значит, соответственно, как бы вот они считают, что у них все хорошо и нечего лезть никуда. Но когда власть закрывает им любимые развлечения, вот тут им уже, собственно, возникает до всего дела. То есть как это так? Я всю жизнь вот любил вот включить YouTube, там вот эти все вот развлекательные шоу, на которые сами же они этот народ свой подсадили на самом деле. Потому что они очень долго и очень прямо надрывно народ уводили от любой политики и уводили вот во всякое ГГГ, знаете. Вот эти все фильмы тупые, да, про что-то такое, что я, например, я в ужасе был, когда пару раз посмотрел, что там смотрят в основном россияне. То есть это же, это прям вот сознательная дебилизация собственного населения. Вы сидите тут и смейтесь, вот мы для вас создаем смешной, хороший контент. И вот, значит, привыкните к этому и не лезьте в политику, это не ваше дело. Соответственно, ну, теперь получите то, в общем-то, что сами создали. Вот вы этого монстра создали, который ради своего вот этого вот комеди-клаба, да, там, или там чего-то еще, ЧТД, там, все что угодно, значит, готов был отдать часть своих прав, понимаете? И, соответственно, вот это сегодня произошло, а теперь вы это у них грубо отобрали. И вот этот вот человек, который привык, значит, развлекаться вот так легко, он начинает думать, какого черта, а что происходит-то? А что, собственно, случилось, да, как вот мы видели в начале войны, да? Почему закрыли Зару? Да, и вот, собственно, он заходит, и он, ну, включает нехотя этот VPN, заходит на сайт там Дождя, либо там моих открытых медиа, например, да, и узнает о том, что, оказывается, идет какая-то ужасная война, оказывается, вообще непонятно, за что убивают сотни тысяч людей. И вот у этого дебила, который был вполне себе доволен своей жизнью с водкой и комеди-клабом, у него возникает тогда желание уже и попротестовать, и повозмущаться. И вот тогда какая-то вспышка, какая-то спичка, которая что-то поджигает, какое-то столкновение на межнациональной почве, какая-то еще бытовая ситуация, какая-то катастрофа техногенная. И вот они вышли, и вот они вместе оказались, переглянулись и говорят, слушайте, оказывается, все хреново. Оказывается, не так все здорово и красочно, как нам показывает ТНТ и разные шоу на Ютубе показывали. И вот, соответственно, и начинается вот тот самый русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Также Путин на этом совещании 12 августа заявил о том, что о переговорах сейчас разговоры идти не может с Украиной. Но, тем не менее, вот Трамп снова выступил в разговоре с Илоном Маском. Он сказал о том, что у Украины нехватка военных для продолжения войны, и у него есть желание снова поладить с Путиным. Он говорит, что Украина в скором времени не сможет продолжать боевые действия. Тогда как? Россия по-прежнему представляет собой значительную военную силу. Вот цитата. «Я знаю Путина очень хорошо, я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня, надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», отметил так Трамп. Может ли это говорить о том, что в случае прихода Трампа снова к власти, он как раз попробует давить на Украину, чтобы мы
пошли на компромисс, чтобы мы отдавали свои территории. Ну или как это расценивать? Вот это особенно фраза с войсками, что, мол, у России их достаточно, а у нас нет. Мы же тоже, как бы, да, если говорить об Украине и России, конечно, это объективная реальность. Но если мы говорим об Украине и Западе, который стоит за Украиной, это же по-другому. Россию сравнивать и Украину одно, а Россию, Украину и Запад – это же другое. Ну, смотрите, во-первых, абсолютно не важно, что Трамп говорит до избрания. Ну, до которого, кстати, ему как до Китая пешком, я уверен, что он проиграет Камале Харрис, потому что он сделал слишком много ошибок за последнее время. Соответственно, это первая мысль. Вторая мысль. То есть если все-таки, там, не знаю, случился какой-то черный ребесь, Камала проиграла, значит, тогда, придя к власти, Трамп, во-первых, не будет один руководить Америкой. В Америке это невозможно. Потому что там есть разные системы, там есть разные уровни власти, там разные ветви, собственно говоря, есть, которые друг друга сдерживают. И вдруг развернуться полностью к вот этим диктаторам, о которых, в общем-то, большинство Америки, особенно истеблишмент американский, высказывается крайне негативно, это просто невозможно. А для чего тогда он это делает? Объясняю, все очень просто. Трамписты, да, его электорат, это вот эти вот ВОСПы, это вот эти вот, которые любители простеньких решений, это вот эти, которым не нравятся демократы за то, что они слишком много денег тратят на какие-то мифические международные интересы США, а вот лучше построить тут госпиталь, все вот это вот. И поэтому вот эти вот простенькие решения он им подсовывает, он говорит, что он это будет делать, только для того, чтобы они его дальше любили и в него верили. Соответственно, есть люди, которые в Америке считают, что все, да, забудьте вы про эти, значит, какие-то там войны, Украина, это вообще где? Многие не знают, кстати, из них, где она находится. И, соответственно, поэтому вот когда он будет уже президент, если он будет, еще раз подчеркиваю, очень мало на это шансов, на мой взгляд, тогда он будет действовать уже исходя из настоящих, действительно интересов Америки, тем более для него это будет точно последний срок. И вот да, он попытается все это решить, но он не будет это делать абсолютно так вот в сторону Путина и в сторону России и пророссийско, потому что он же знает, что на самом деле думает истеблишмент об этом обо всем. И вот тут он уже полностью переориентируется на мнение как раз элит американских. А здесь все очень просто и очень понятно. И поэтому вам абсолютно не стоит на эту тему переживать. Ростислав, тогда спрошу другое. Вот по поводу Путина. Он говорит, что операция в Курской области, целью ее якобы есть то, что Украина хочет улучшить свои позиции на каких-то будущих переговорах. Вот он, повторюсь, Путин сказал, что о переговорах мы сейчас не можем с вами даже думать. Скажите, а вы верите вот, вот в это или нет? Возможно ли вообще, ну, в будущем какой-то обмен территориями, или это бред? Смотрите, о том, что мы не, даже не можем думать о переговорах, это блеф путинский, поскольку переговоры уже идут. И дело в том, что это будет, и это уже есть, абсолютно закулисный процесс, поскольку здесь ситуация очень запутанная, здесь есть очень много очень серьезных игроков, которые влияют на ситуацию, и они не могут просто сесть одна сторона против другой и вот прямо поговорить, особенно под камеры. Да и не под камеры тоже, поскольку когда много так интересов, все равно, значит, информация утечет. Все будет в прессе на следующее утро. Поэтому, чтобы не случилось вот этих утечек, и чтобы все сохранили лицо, переговоры идут челночным способом. Есть такой термин «челночная дипломатия». Можете погуглить, те, кто не знает. Ее автором считается Генри Киссинджер, недавно ушедший. Тогда, когда разговаривает, вот когда много есть завязанных вокруг интересов, даже, кстати, есть анекдот тоже, если кто интересно, на тему Генри Киссинджер и челночная дипломатия. Тоже загуглите, он смешной. Сейчас просто не буду тратить эфирное время. Значит, соответственно, когда есть вот много вплетенных в конфликт каких-то вот серьезных людей, они каждый друг с другом разговаривают по отдельности. И они предлагают решение, и когда решение находится, они согласовывают его по отдельности. Именно поэтому мы сейчас видим, как очень часто снуют туда-сюда министры иностранных дел, лидеры стран в одну страну, в другую, в третью. Си Цзиньпин уже Путина вызывал к себе несколько раз. В КНДР Путин слетал. Вот они все друг с другом вырабатывают то самое решение, которое более или менее всех устроит. И то, что Украина в процессе этих, по сути, уже идущих переговоров нанесла такой серьезный урон, такую пощечину,
женщину влепила этому Путину. Это, конечно, переговорные позиции Путина прямо сейчас снижает просто до плинтуса, потому что это раньше он мог послать Орбана в Америку и попросить его, скажи-ка ему, Витек, что мы там то, что мы там все, у нас там такая силища, у нас танки наши быстрые, у нас броня наша так крепка. И тут приезжает в очередной раз посланный Путиным Орбан там условно куда-нибудь и начинает что-то мямлить про путинскую броню и танки. Они говорят, ага, старичок, мы видели эту броню и танки мы эти видели. Не, переписываем условия, отдаем Украине вот это, вот это, вот это прямо сейчас, а не подвешиваем это, как мы планировали это сделать в предыдущей итерации вот этого вот негласного мирового соглашения. Вот что происходит. Именно поэтому-то Путин бесится, потому что он знает, что его опустили ниже плинтуса, и что его переговорные позиции сегодня стоят где-то примерно 30 копеек. Вот, собственно, и вся история. Ростислав, спасибо вам огромное за этот разговор. Ростислав Мурзагулов, письменник, публіцист та громадський діяч. Друзі, обов'язково треба підписатися, треба поставити вподобайку, написати ваш коментар, погоджуєтеся або ні, щоб це інтерв'ю побачило якомога більше людей. Спасибі ще раз і бережіть себе.